Здравствуйте, друзья. Меня зовут Лора. Меня зовут Витя. И мы сегодня с вами собрались, помимо того, чтобы посмотреть наши фотографии, которые представлены на сегодня в таком творческом проекте или творческой коллекции, скорее, а не проекте. И хотим еще с вами поговорить о семиотике фотографии. Вы все знаете, что это такое. Пугаться этого слова совершенно не нужно. Все фотографы это используют в своих работах, ну, каждый раз. И, собственно говоря, всегда знают, что это. Единственное, что, может быть, теоретически вы не определяли это как семиотику или взаимосвязь, язык фотографии, как связана фотография с языком, со знаковой системой. Именно эта знаковая система называется семиотикой. С изобретением фотографии, ее совершенствованием, с изобретением светописи как таковой, появилось выражение «язык фотографии». Язык фотографии или язык визуального общения приравнивается к тексту культуры. Следующий, пожалуйста, слайд. Что касается фотографии одного из самых распространенных средств визуализации, то за ней уже тесно заключаются такие названия, как визуальный нарратив, визуальное чтение фотографии, фотографическое письмо, визуальный текст. Как ни странно, пугаться того, что мы это называем текстом, совершенно не нужно, потому что любое наше мышление, оно связано с языком, а фотографию вы не сможете воспринимать только зрительно, вы обязательно это будете пропускать через свою абстракцию, рациональное мышление и посредством своего восприятия, именно посредством мысли. А мысль – это семиотика и называние определенным текстом понятия или объектов окружающего мира, то, что вы объекты реальности. Ну, в частности, семиотика фотографии озабочена тем, чтобы найти общий знаменатель между языком и фотографией. Вы здесь можете увидеть эту озабоченную женщину-семиотику, которая как раз смотрит на цивильную оборону и пытается понять, как это можно увязать в фотографии. Ну, к тому же она еще и замерзла. Прошу дальше. В то же время само изображение, оно не сводимо полностью к языку, и язык не покрывает всего смысла, который в нем заключен. На этом уровне мы немножко отвлекаемся от объектов, которые изображаются, и переходим на более глубокий уровень, уровень второго смысла, метафизический, ментальный и так далее. Это вы все тоже отображаете в своих работах. Как изображения, так и языковые сообщения имеют целью передачу информации. В связи с этим фотография может рассматриваться как коммуникация, и это отвечает традиционной ее модели. Источник, кодирование, сообщение, декодирование и получатель. Материальный объект, который вы выхватываете из объективной реальности, он становится изображением только тогда, когда на него смотрят. То есть вы не можете просто увидеть и не передать. Если вы фотограф, вы это отображаете в своих фотографических работах. Многообразные элементы визуальной культуры могут полноправно рассматриваться как имеющие свои особые тексты и свои визуальные языки. Так мы можем говорить о языке фотографии, языке кино, медиа-языке, ну и другие изобразительные языки, он тоже сюда входит. Помимо фиксации изображения при помощи технических и технологических средств и в силу передачи образного слоя, фотография становится сообщением, высказыванием смысла изобразительной информации. Ролан Барт называет это фотографическим сообщением. Сам парадокс фотографии Ролан Барт рассматривает то, что фотографическое сообщение носит денотативный характер, помимо того, что она отображает объекты реальности, но также она носит и закодированную информацию, которая заключается в другом ментальном, метафизическом слое и позволяет высказывать в изображении то, что мы думаем об этой реальности.
Ролан Барт и Умберто Эко – это основные такие исследователи именно визуального языка, визуальной семиотики, обсуждают связи с фотографией приемы коннотации, то есть риторические коды и способы наложения вторичных смыслов на изображение. Что дает возведение фотографии в статус языка? Язык является особым средством фиксации смыслом, с помощью которого происходит производство и обмен значениями, составляющие в свою очередь материю культуры. Хочу сказать, что все примеры мы специально выбирали из своей фотографии, но для того, чтобы не посягать на фотографии великих фотографов и не пытаться анализировать и слишком, скажем так, исследовать это, ну, в силу статуса своего, потому что мы просто любители, а не критики. Но мы посягнули вот тоже на великих. Но также использовали фотографии наших друзей. И, например, под языком понимается любая знаковая система любой физической природы, выполняющая познавательную и коммуникативную функции. И это как способ выражения мыслей и чувств. Основным, тут мы переходим к основному строительному материалу фотографии, это языка фотографии, это знак. Что такое знак? Ну, знаки в семиотике, они есть трех, скажем так, видов. Это знаки-индексы, знаки изображения или знаки-образы и знаки-символы. Фотография пользуется знаками-изображениями, знаками-образами, и они еще называются иконическими знаками, потому что они полностью отражают объекты, те, которые передаются в фотографии. Основатель семиотики Чарльз Пирс так определил знак. Знак есть некоторое «а», которое обозначает некоторый факт или объект, и для некоторой интерпретирующей мысли «ц», ну, смысл. То есть мы берем объекты из окружающего мира, придаем им визуальное знаковое значение, и таким образом выражаем смысл, зачем мы снимали эти объекты. Итак, знак – это любой чувственно воспринимаемый, зрительно, на слух или иным способом предмет, выступающим представителем другого предмета. И язык фотографии складывается из специфических иконических знаков, потому что это не изобразительное искусство, поэтому знаки отличаются. Фотографии отвечают они объектам реальности, объектам окружающей среды. Но, вопреки распространенному мнению, фотография не является чисто документальным отображением, потому что в силу того, что на нее накладывается еще образный слой, который присутствует в окружающей реальности, в окружающем мире. Поэтому эти знаки иконические есть знаками-образами или знаками, ну или может быть даже знаками-символами. Сами иконические знаки выполняют функцию называния, то есть знак называет объект, который изображает, а ссылает нас к его содержанию и назначению. От изображения мы переходим к слову. Ну, на самом деле, так это все происходит в нашей мысли. Как бы вы ни воспринимали зрительно те объекты, которые вы хотите передать, вы все равно их в мысли интерпретируете в связи со своими эстетическими, психологическими и другими установками. То, как вы смотрите и воспринимаете реальность. Вместе с тем, иногда иконические знаки сами приобретают определенную самостоятельную форму и воспринимаются отвлеченно, как плоская фигура или форма, там, или, например, какой-то объект или даже цвет. За актом называния, указания на содержание изображенного явления следует момент изобразительного высказывания или повествования, возникающий в процессе соединения нескольких заключающих в себе определенный смысл иконических знаков. В ходе последовательного считывания знака за знаком выстраивается визуальный нарратив. То есть визуальный текст, в котором по аналогии с естественным языком можно выделить то, что происходит на самом деле.
Серьезной проблемой для семиотики при анализе фотографии является ее неразрывность. На самом деле, если обычно в тексте или в литературе, или в другом, скажем так, смысловом выражении языка мы можем разделить слово, буква, использовать определенные символы, то в фотографии это сделать очень сложно, потому что фотография скорее является больше высказыванием, чем, допустим, буквой. Трудно найти подлежащее или зависящее от него сказуемое и другие там разделяющие предложения грамматические основы. И многие исследователи пытались поделить и установить грамматику фотографии, поделить на наименьшие частицы. Это, например, кадр, деталь, пятно, зерно и так далее. Иконический знак очень трудно разложить на составляющие. И, как правило, это нечто такое, что соответствует не слову разговорного языка, а высказыванию. Так, например, изображение жирафа означает не просто жираф, а, например, стоящий за стойкой жираф в зоопарке, обращенный к нам в анфас и без туловища или с чужим туловищем. Любое фотографическое изображение можно рассматривать как закодированное послание. Ну, вот, например, на этой фотографии, левой нижней, можно представить, что автор фотографировал остановку трамвая, или вы видите девочку с хвостиками, и там эмблему с ангелом. Если рассматривать просто, что это остановка, непонятно, зачем автору понадобилось это снимать. То есть закодированное послание, которое заложено в этих знаках, как вы видите, хвостики и крылышки ангела, они все-таки, эти связи присутствуют. В процессе создания фотографии одни знаки так и остаются знаками, а другие перерастают в символы. Эти символы переплетаются таким образом, что мы можем просто выстраивать из одной фотографии определенный текст, содержание или смысл. Он является как визуальным, естественно, так и смысловым, текстуальным, скажем так. Иногда символами становится форма объекта или его композиционные структуры, цвет, графичность, пространственная иллюзорность, абсурдность содержания. Если, предположим, красный цвет организован определенным образом в кадре, то он также может выступать самостоятельным знаком, имеющим символическое значение. В изображении иконические знаки, связанные между собой, образуют фразы, подобно литературной завязке развития действий и кульминации. Даже помимо воли автора, набор иконических знаков и их связи образует изобразительный текст фотографического языка. В верхней фотографии, если мы посмотрим на смайлик, мы определенным образом можем сказать, что это праздник, да, создается определенное настроение, улыбающийся человек, это тоже есть знак. То есть это то, что мы всегда видим, но иногда не можем определить, зачем мы это делаем. Я расскажу. Первоначально Роланд Барт и другие исследователи визуальных репрезентаций совершенно справедливо выделяют трех агентов фотографического опыта. Это оператор, тот, который делает снимок, спектрум, тот, или кого фотографирует, и спектратор, тот, кто снимок рассматривает, оценивает и воспринимает. У нас пропала диаграмма, к сожалению, ничего страшного. Техника фотоязыка схожа с такими методами исследования, как фотовыявление и фотооклик. И если есть язык и текст, логическим продолжением рано или поздно становится книга. Первая книга, фотокнига, была создана Мэтью Барри, и эта книга о мальчике Питере Пенни. Если говорить об этой книге, то там только фотографии, и она в прямом смысле является текстом. Изучение языка фотографии осуществляется общей теорией знаковых систем семиотика. Она анализирует язык в трех аспектах – синтаксическом, семантическом и прагматическом. Слово «синтаксис» вы все слышали.
и знаете, в общем-то, что это такое, это каким образом строятся слова в предложении. То же самое происходит и с фотографией. Можно следующий, пожалуйста, спасибо. Это раздел семиотики, изучающий способы образования, преобразования и связи между знаками. Это приемы фотографического изображения, отвечающие определенным правилам структуры фотографии. Можно говорить об абстрактном геометрическом синтезе изображения. Так, например, если одна фигура представлена в изображении больше, чем другие, это может быть в разных случаях следствие как чисто геометрической перспективной, так и семантической системы изображения. На этой фотографии фигура имеет, ну, в общем-то, объект расположен таким образом, что мы можем говорить и о перспективном синтаксисе, так и о семантическом. То есть большая фигура, она имеет большее значение, а в перспективе мы видим меньший набор объектов, которые определенным образом расположены в кадре. Семантика – это второй уровень, который элемент семиотики, занимается проблемой интерпретации. То есть она обозначает те объекты, которые мы отображаем в нашей фотографии, каким образом они расположены и как они интерпретируются в снимке. Например, левая часть изображения, она отображает прошлое, past. Будущее, future, верх – это позитивная, скажем так, часть нашего изображения, и низ – это негативная. Нельзя говорить, конечно, однозначно об этом, но в любом случае это соответствует традициям, которые были выработаны еще с древних времен. Ну и плюс к тому, что мы пишем, например, слева направо, поэтому фотографию, в общем-то, мы читаем слева направо. И более значимой частью считается левое верхнее изображение. Иногда, правда, происходит так, что мы фотографию воспринимаем хаотично и выделяем для нее для себя выделяем определенные объекты, цвет, структуру и так далее. Ну, здесь примеры, когда мы читаем фотографию слева направо, так как мы пишем. Верх изображает положительное, низ отрицательное. В композиционном центре заключается главная идея, ядро композиции. В этой связи сделанный фотографом снимок может представлять собой не только композицию предметов, но и определенное смысловое семантическое повествование. Это обстоятельство открывает широкие возможности для передачи информации, основанной на традиционной или символической интерпретации объектов. То есть, если мы видим дорогу, мы можем определять ее не только как дорогу, но интерпретировать ее в другом смысле, как жизненный путь, ну и так далее. Прагматика. Прагматика анализирует коммуникативную функцию языка, эмоциональные, психологические и другие отношения оператора, то есть вас как фотографа, фотографического языка к самому языку. То есть так, как мы это воспринимаем и какой смысл мы вкладываем в то, что мы изображаем. И посредством прагматики мы выполняем коммуникативную функцию визуального изображения фотографии, и поэтому можем передавать через закодированное сообщение источнику-получателю, который его расшифровывает. Ну и таким образом мы можем сказать, что фотография является мета-языком или языком второго уровня. Фотографии свойственно усиливать связи, представленные в реальности, а также создавать новые связи, которые могли бы все и отсутствовать там. Как сложная коммуникативная система, фотография берет знаки из внешней среды, помещает их в собственную рамку, по сути, придавая им новое значение. Большое спасибо за внимание. Законспектировали. И мы хотели бы услышать вопросы. Да, прошу. Слева прошлое, справа будущее.
своими кадрами. И в его материале был такой отрывок, что читая слева направо, слева мы видим объект, который находится в минимальном количестве своей власти, в то время как справа, ну, объект находится... Ну, вы понимаете, я поняла вопрос, спасибо большое. Я не знакома с этой лекцией, честно говоря, не знакома именно с такой интерпретацией, но мы можем, если объект находится в какой-то власти, да, и в ограниченных каких-то связях, то мы можем говорить действительно о прошлом, потому что вы знаете, что прошлое мы не изменяем. А то, когда мы смотрим в правую сторону и можем что-то изменить, да, как будущее рассматриваем, тогда это более широко можно интерпретировать. Ну, я думаю, так, по крайней мере. Не за что. Спасибо вам. А, все, да? А покажите еще. Нет, а расскажите немножко вот о себе. А вот у нас есть еще список авторов, которые... Нет, ну серьезно, хотелось бы вот немножечко, кроме лекции, в общем понятии о вас услышать. Ну, ты скажи, что ты хочешь у нас услышать. Нет, ну просто мы в самом начале, в общем-то, мы не открывали выставку, мы не давали какого-то там описания, да, что мы представляли. Ну, оно у нас есть, но мы решили его не печатать, не показывать. Почему так решили? Ну, скорее всего, что... Ну, у человека получается как, у него мозг устроен таким образом, да, это уже сложилось там в процессе эволюции, что та часть, которая отвечает за визуальное восприятие того, что человек видит, да, она более старая, и она, в общем-то, пробуждает в человеке там какие-то более глубинные процессы, там переживания больше от того, что он видит. Поэтому мы решили не писать, не рассказывать, ну, вот, у нас получилось такое фотографическое сообщение, которое сложилось у нас за последние несколько лет. Ну, выставка это, да, вот Лора то, что говорила, это у нас, по сути говоря, не проект. То есть мы снимаем свободно, мы снимаем где-то, наверное, для себя. Естественно, мы потом анализируем то, что у нас получается. И вот в данном случае эта выставка, это вот та часть работ, которые мы сформировали в такое вот фотографическое послание, которое представили вам на созерцание и рассмотрение. Если я тебя удовлетворил рассказом, а себе не удовлетворил, да? Нет, я еще могу сказать, мы, честно говоря, долго думали. Первый раз, когда мы столкнулись именно вот с совместными работами, возникла большая проблема. Мы даже отправляли нашу коллекцию, портфолио на рассмотрение разным экспертам фотографии. И, собственно говоря, получили очень много негативных отзывов. Ну, как, не полностью негативных, но это было очень неструктурировано. То есть единой идеи очень трудно было найти. Поэтому мы, собственно, отказались от цветных фотографий и, ну, наверное, способом развески, способом какой-то организации самой структуры кадра, таким образом получилась вот данная представленная коллекция. Спасибо вам, что вы пришли. Да, я вас слушаю. Нет, я понимаю тоже, что никто об этом не думает. И вы, когда это делаете, вы тоже об этом не думаете. Но в силу того, что ну, я преподаватель логики, и я напрямую, честно говоря, связана с семиотикой. Поэтому я понимаю, что знак – это то, что расположено и как это проходит. И мы не можем говорить, что мы визуально… Не верьте тем, которые говорят, что нельзя фотографию объяснять текстом. Это неправильно. И если человек знает и понимает, и может определить, тут страшного ничего нет. Нет. Если вы этого не знаете, а просто чувствуете, потому что вы все равно как коммуникатор будете декодировать это сообщение, когда его получаете, или кодировать, когда его делаете. При помощи знаков вы же все равно будете искать связи, выражать свой определенный смысл. Причем я хочу единственное сказать, что смысл есть всегда. Предметного значения может быть идея или сам знак, он может не нести. То есть мы знаем примеры абстрактной фотографии, метафизической фотографии, когда мы не можем увидеть определенный объект. Но в нем присутствует определенный смысл или что-то такое, пунктум, который нас цепляет.
поэтому это все в фотографии присутствует. Ничего не мешает, не знаю. Нет, конечно, вы не будете анализировать это сразу, когда вы снимаете, но когда при отборе, при факте интерпретации или наложения вторичного смысла, вы все равно будете анализировать, какую фотографию вы отбираете, какая для вас имеет смысл и значение, а какая нет. Ну вот смотри, я тебе сейчас покажу карточку, да, там, где у нас шло про коннотацию. То есть мы фактически, ну мы как, мы вот снимаем, у нас, ну это какая-то такая вот, я не знаю, да, назвать, ну это не предубеждение, мы фактически фотографии не обрезаем, да, то есть мы, вот есть фотография, вот она есть, то есть мы, кроп мы не используем. То есть тут фактически вот все фотографии, которые висят, это полный кадр. Фотографии, которые присутствуют в презентации, это полный кадр, кроме вот этой. Вот это моя карточка, кстати, я ее фото снимал. Это средний формат, это квадратный. И вот потом уже в процессе анализа, то есть она снята была моноклем, у нее получается вот правый верхний угол, там здоровенное солнце, да, вот оно было такое размытое, но оно фактически тут выполняло функцию, там солнца мне там не надо было, да, то есть оно как фактически софит студии, который просто давал свет. Ну вот в данном случае там вот анализ фотографии вот меня вынудил ее вот обрезать, и я считаю, ну, что... Ну да, это наложение вторичного наложение смысла. Вот именно вторичного смысла в данном случае. Вмешивание интерпретатора автора, когда он накладывает свой смысл на объективную реальность. То есть получается, если фотография не кропает, то ценность фотографии будет выше? Ну, не знаю. Нет, это просто как пример. Вы знаете, я делаю то, что я очень, ну, честно говоря, очень люблю в этом плане Ролана Барта. Вот он говорит, что есть объекты реальности, которые передают фотографии. Фактически он, я так понимаю, что он кропа не признает. Единственное, что он может сказать о том, что при восприятии у кого-то может быть пунктом в этой фотографии, у кого-то его может не быть. То есть это чисто индивидуально. Вот. Но именно фотография должна полной мере отображать то, что видит. Хотя, я вам скажу честно, получается такая интересная штука. Наш глаз устроен так. Мы воспринимаем фотографию, скажем, по оптическим законам. Они несколько отличаются от физических законов. Есть даже такая интересная логическая задачка, где находится в изображении линия горизонта на самом деле. Вот это к вопросу о заваленном горизонте. Вот. На самом деле линия горизонта никогда не будет находиться перед глазами. Физически она находится всегда ниже уровня глаз. Потому что Земля круглая, мы стоим в определенной точке, да, и это будет окружность в любом случае. А зрительно мы воспринимаем это, допустим, как прямую линию. Тут, кстати, интерпретация той же линии горизонта тоже может иметь значение, где она расположена. Там какая треть кадра уделяется верхней части или нижней, то есть это все зависит от автора. Да, какой? Ну, если ты считаешь, что ее надо кропать, кропай. Почему нет? Ну, я не знаю, мне кажется, рассуждать это о ценности фотографии, если ее кропать и не кропать, это все равно, что рассуждать о том, есть ли Бог, когда ты думаешь, что Он есть, а кто-то думает, что Его нет. Это индивидуально, да. Это мы, получается, совмещаем действие, да, с ценностью, а это немножко разные понятия. Ценность – это нечто абстрактное, а действие кропотни – это совершенно реальное действие. Ну, я бы не совмещала. Ну, об этом говорят, просто говорят. Но я об этом не говорю. Я, например, тоже не люблю, вот лично не люблю кропнутые фотографии или сильно кропнутые. Минимально, может быть, да. Но фотография, она случается. Я думаю, что она все-таки случается. Это как когда Аннушка разлила подсолнечное масло. То
То есть есть здесь какое-то проведение, когда фотограф выходит на улицу, он может не выходить с определенной целью, вот наснимать там на улице столько-то фотографий, объектов и сложить в какой-то проект. Может быть и есть такая идея, но он никогда не знает, что у него случится по дороге. Естественно, да, конечно. Ну нет же определенных правил, никто не запрещает. Это в зависимости от того, как вы ее используете. Что вы хотите преподнести, отдать, дать, не знаю, показать. Если, допустим, для интернета, для социальных сетей или это одно... Другое дело, для чего вы это показываете? Я не знаю, мне кажется, тут страшного ничего нет в кропе. Ну, лично мне, например, не нравится. Ну, просто у нас манера съемки, мы обычно всегда в видоискателя смотрим. То есть я не знаю, возможно, вариант, когда если ты снимаешь от бедра или откуда-то там, тогда да, то есть ты там реально не контролируешь то, что может попасть в этот кадр, ты можешь использовать какую-то широкую там оптику для того, чтобы у тебя ракурс попал такой, как ты хочешь, а то, что у тебя там уже будет лишнее, ты будешь отрезать. Ну, возможно. Ну, да, где-то так. Дело просто, если фотографии сняты, получается просто фиксация объекта, без определенного смысла и без связи, и ценности в такой фотографии я не вижу. Кроп ее, не кроп, и какая разница? Зачем ее снимать было? Это было, ну, было бы непонятно. Кстати, я считаю, что вот одним из самых сложных жанров, ну, фотографии является, скорее всего, документальная фотография. Потому что, как ни странно, мне кажется, ну что там документальная фотография? Пошел, снял и зафиксировал, и все. На самом деле, именно на этом уровне синтаксиса, когда мы прослеживаем связи между объектами, которые отображаем, вот именно сложно именно их установить. Интерпретировать одно, а другое дело их установить. То есть, да, и высокий темп плюс ко всему. Самое легкое, наверное, будет арт-фотография в этом значении. Ну, я утрирую, конечно, простите меня, пожалуйста, но это я просто так по аналогии сравниваю. Потому что чем больше изобразительности мы вкладываем в фотографию, тем нам легче интерпретировать или выразить то, что мы думаем об этой реальности. Спасибо вам за... Да, прошу. Ну, может, люди устали уже. Хорошо. Да. Покажем? Покажем что-нибудь? Что будем показывать? Показывать. А мы не готовились. Все, закончилось. Спасибо. Ну, там, мы как-то хотим убыстрить, да. Спасибо вам большое. Мы Все, вас спасибо очень, большое. Очень рады видеть, правда. Тепло. Спасибо большое.